Доброе утро всем. Проснулся, оделся, умылся. Сейчас пойду за кипяточком. Сегодня попытаюсь доехать до Лумута. До города осталось порядка 7 километров. Заночевал я около Теска Лотуса. Недалеко. В общем, место нормальное нашел, так что сегодня едем в Лумут. Все местные хвалят. Говорят, съезди, можно покупаться, посмотри. Познакомился с парнем, подружились с местным. С Япо. Он мне говорит, съезди, можно поплавать. Ну, парень не мой, общались по компьютеру. Ну, как бы он это показал, что можно поплавать. Места хорошие. Ну а тут есть и пара островов, на которые я и планирую сегодня или крайний вариант завтра сплавать. Ну а пока идем за кофе. Благо кофе рядом. И можно палатку пока не собирать, попить кофейку. Попить кофейку, повторюсь, и проснуться уже нормально и спокойно идти собираться. Привет, народ, всем. Проснулся в Умуте. Хотел вчера уезжать, но не было автобусов. Идти куда-то искать место для ночевки неохота было. Короче, завалился спать, поставил палатку, начал собирать уже. Оказывается, на каком-то... Ну, стадион, не стадион, но какая-то площадка. Он, ребятишки, школьники что-то там занимаются. Тут он, девчонки катались с горки, угорали, блядь. Ну, в общем, хорошо, разбудили меня маленько вовремя. Так что встаю, собираюсь. Пытаюсь выдвинуться в сторону Куала-Лумпура, но еду не в сам Куала-Лумпур. Еду в Куала-Селинор. Или Селенгор, как правильно он написан, произносят Селенгор, по-моему. Еду туда, небольшой, судя по карте, прибрежный город. Тут уж, извините, в Лумут не поехал сам, то есть на острова, так как много туристов, понимаю, там, потому что видел вчера, что человека 4 с рюкзаками, но определил, потому что туристы, так как они... В общем, сразу с автобуса сели в такси и поехали в Лумут, на побережье. Поэтому не стал я туда ехать, думаю, доберусь до Кланга. Кланги на берегу, там, не знаю, много островов прибрежных. То есть, думаю, буду в Кланге снимать. А пока собираюсь, иду на трассу. Либо на автобус. Хочу уехать на автобусе сегодня. Ну, билет до Куала-Лумпура стоит почти 30 рублей, 20. То есть, как бы и дороговато, как бы и недороговато, но дело в том, что в сам Куала-Лумпур я пока ехать не планирую. Так что мне планирую ехать по побережью, но что из этого получится, я не знаю. Если автобусов сейчас нету, то придется что-то, либо второй, третий вариант, все-таки ехать в Куала-Лумпур.
общем, скажу одно. Как распорядилась судьба летом, когда я планировал еду, когда автобусы не идут. Но поедем до ближайшего дня города, в общем, едем к вам. Билет вот такой. Ехать порядка 170 километров. Ну, город прибрежный, почти нас. Он и Куала-Лумпур, прибрежный город. То есть это как бы из соседних двух городов. Но оттуда все-таки я планирую ехать на Куала-Лумпур. Возможно, оттуда всего там километров 20 ехать. Возможно, просто проще оттуда приехать, потом все-таки вернусь к вам. А может, останусь там. Ну, не знаю, как судьба распорядится. Судя, если я во времени... Кстати, здесь время 12-часовое. То есть АМ, ПМ. Поэтому я иногда маленько путаюсь. То есть, допустим, в билете написано АМ. То есть АПМ начинается с 12 дня. АМ с 12 ночи до 12 дня. То есть вчера я не смог взять билеты, возможно, уехал. Но вчера, так как парень мне объясняет, типа АПМ, АМ нету, типа ПМ, АПМ оказывается, ну, только не сегодня. И я хотел в Куала-Лумпур уехать, но время не все. Думаю, откуда, думаю, проще мне уехать, куда мне надо. Многие скажут, а чего не стопить меня, да? Ребята, стопить я бы рад, но так как движение недорогое. Это то есть мне ехать на вот таком примерно автобусе, на супер, как они говорят, байбасы здесь. А, ну, на такой бот дешевле бы обошелся, но, я так понимаю, хотя должна ветка быть, не вернее, рейс должен быть, потому что трасса довольно-таки по берегу крупно идет. И поэтому, ну, не смог я найти на автобус. Билеты дешевые, на таком автобусе сейчас кто успеет проехать порядка 170 километров, ну... В общем, отдал я 24 рубля. То есть это примерно 360 рублей. Да, возможно, дороговато мне, но, скажете, стопом проще, ну как, дешевле было уехать из затрат, но затраты не сделались. То есть еду, был бы я с напарником, возможно, бы ехал стопом, но еду один. И поэтому выбрал оптимальный для себя вариант. Так как говорю, автобусные передвижения здесь недорогие. От ИПО до сюда я проехал где-то 75 километров, я отдал 10, ну почти там 9 с копейками, около 10 рублей. То есть я считаю, что это дешево. И то есть, как бы, можно себе такое позволить. Многие, кто-то скажет, как лучше откладывал бы деньги на другую сторону, да. Но это хоть небольшая, это моя пятая сторона, не считая Казахстана, так как я его и не считаю, потому что я родился в Союзе, и как бы в памяти осталось, что это все-таки одна из республик, я не считаю еще за страну, за отдельную. Пятая сторона, и у меня как бы уже сложилось, и страны в страну я перехожу, можно сказать, без денег. Простите. Единственный раз это было, я когда заходил из Таиланда
сюда, в Малайзию, у меня было порядка 1000 бат. Поменял, у меня где-то было, в общем, 100 с небольшим ренгит я зашел, то есть на границу. Но и те же деньги я потратил в дьюти-фри. То есть консервы, сигареты там, в общем, потратил деньги на свою кружку. То есть в Малайзию я зашел, у меня в кармане было все ренгит 20 лет. Поэтому для меня самый оптимальный вариант, то есть время, то есть скорость, это самый был оптимальный вариант, это автобус. Остается у меня тут, грубо сказать, не 12, наверное, еще. Я практически не так в Малайзию, можно сказать, не видел, потому что не могу выбрать. Еду без список, то есть рюкзак оставить тяжело, сложно где-то. Поэтому все, а с рюкзаком куда-то идти довольно-таки тяжело. Поэтому что смогу, то смотрю, но это, надеюсь, моя разведывательная путешествие, то есть в следующий раз я поеду в Азию уже там более-менее подкованный и уже там, как сказать, правильно, то есть более-менее знающим, подкованным, ну, то есть уже буду ехать, как бы больше снимать, то есть на себя, куда-то больше приезжать. Но если сложится все, как я планирую, то есть, ну, об этом я не буду говорить, так что говорить, как говорится, о своих планах заранее не говорят. Ну, да, и, как говорится, если все удачно сложится, значит, у меня будет времени больше, и передвигаться я буду намного быстрее при следующем посещении Азии. Но это посмотрим. А пока едем в Планк, город прибрежный, посмотрел по карте прибрежных островов, там, не знаю, что-то 4, наверное, если не больше. То есть думаю, есть куда сплавать, что-то посмотреть, что-то поснимать. Ну а так вот что-то хочу снять и что-то еще посмотреть, а все, мечтаю на острова сплавать. Ну, говорю, мечтаю сплавать на те острова, где не такое большое количество туристов. И поэтому ищу такие места. Но план тоже не думаю, что не посещаются туристы. Скорее всего, наоборот, но все-таки не сплаваю. Посмотрим. Автобус у меня примерно минут через 20 будет. Поэтому дай бог сегодня успеем вечером брать на остров смотаться. Либо завтра утром я поеду. А пока все, идем автобусом.